И всем привет! Вы на канале Vidroid Gaming. Меня зовут Александр. Сегодня мы зарубимся в ересь Хоруса Легионы. Кто забыл, это карты по Вархаммеру. А давненько не играл в них, не было возможности нормально сыграть, потому что игра требует колоссального внимания, и один звонок может покрашить победную каточку. Ну, надеюсь, сегодня мне дадут хотя бы одну сыграть. Играть сегодня будем, наверное, вот за этого парня. За всех остальных я играл, а вот этого я еще не щупал. Дрэггер. Капитан 9-й роты, пассивка, охват 1. То есть сплэшит по соседним картам единичкой. В принципе, интересная вещь. Плюс у него еще броня старой расцветки, бело-голубая. Такой на стиле парень, короче. За него и будем бегать. По колодке. 11, 19, 12, 18, 10, 20. Кошмар. Смотрите, у него карты все легкие такие. Ладно, пожиратель миров будет колода. Мы же пожиратели миров. Тем более она такая сбалансированная и тактика хватает. Да, за него и будем играть. Так, ставлю на паузу и пишем первый бой. До конца ивента, кстати, осталось 5 часов. То есть сегодня, может, что-нибудь запилят вечером интересненькое. Так что на следующей недельке, если получится сыграть, то будет весело. Так, ну давайте, наверное, скрытую силу мы уберем. Может, что-нибудь двоечка какая-нибудь выпадет. Ну, хотя бы так, да. Мой первый ход. Чё, я не успел прочитать. А, мы два одинаковых. Вот ты где. Такой простенький парень. О, вот ты где. Давайте ему в лицо ударим. Вариантов, в принципе, нет. Все на охватах. Неукротимость. Прекрасные карты. Нормально. Бахнул. Так, таран наносит очко урона всем врагам. Это пока оставим. Ну, наверное, это жахнем. И вот так вот. Мы же пожиратели миров. Мы бьем в лицо. А потом еще в обратку получаем, если за кхарно играем. Пацан как дает скрытность пехоте. Ну и зачем? Угу. А мы похилить его не можем? Это что такое? Дает выживший. Это прикольная вещь. Блин. Блин. Что сделать-то можно? Ну, наверное, в лицо. И вот так вот только. Так, а хватит кинуть. Он жирный довольно-таки. Что-то я теряюсь в догадках. Ну, это совсем не жирный. Пассажирный, блин. Надо было как-то по-другому сделать. Ладно, байки оставим. Наверное, вот этого пацана выкинем. Хотя это тоже жирный. 4-3. У этого охват. Ладно, охват оставим, вот этого выкатим. Похожие карты. Ну, пока мы лидируем. Хипов у нас больше, карты интереснее. Дает плюс 2. Навсегда, что ли? Чё? Я не понял, что он... А, всем картам берсерк, наверное. Ясно. Вот так вот. Получай, голубчик. В лицо ударил. Нормально продамажили. Наносит 3 очка урона всем единицам. Бери карту за каждую уничтоженную единицу. Жестко, жестко. Так, что, охватик кинуть или что? Это что такое? Уничтожает, уничтожает. Что же сделать-то? Охват кинуть? Что-то пока неохота охват кидать. Может, выжившего дать? Ой-ой-ой-ой, какие сомнения у меня. Ладно. Сделаем так и так. Посмотрим, что будет.
Что-нибудь сказать надо смешно. Пожиратели миров в атаку. Слава гвоздям мясника. Мне нужна аптекарь. Это было весьма грубо. Ну и где ты сейчас? Нормальная фраза. Шо? Так. Уничтожает случайную технику, да? Ну, мы сейчас вот так вот сделаем просто. Для начала. Для разогрева. Угу. А шестерочка что дает соседям солдатам? Ну, такая вещь, такая вещь. Блин, ходить-то нечем. Ходить нечем. Нечем ходить. Я говорил, что нечем ходить. Так вот, ходить-то нечем. Давайте выжившего, может, дадим. Или вот эту фигню. Ну, ее сразу же атаковать будут. Он не будет стакать. Надо с чем-то его выкидывать. Следующий ход, наверное, выкинем его. А сейчас просто вот так вот сделаем. Бацк. Ну и бацк. А, я уже ходил, бацк. Ну и ладно, пока так. Пока так, пока так. Не, глупый, конечно, ход был. Надо было выжившего кидать. Мне сейчас просто в лицо ударит и все. О, какой ты жесткий, а. Ну, в принципе, можно его заспамить. Можно его заспамить. 3-3, да, будет урон? Да. Раз. Два. Проорался и ушел. На тебе в лицо тогда, что уж делать. Ну, пока нормально, но он сейчас, наверное, что-нибудь выкатит жесткое. Выкатит что-нибудь жесткое. Ну, допустим, вот такое вот, да? В принципе, победили. Мы уже победили. Это какая-то изи-катка была. Просто бэц. Ну и бэц. Не будем мучить. Не люблю мучить противников. Что-то я ничего не понял. Какой-то очень простой бой. Ну, ладно. Повезло нам с противником, а ему не повезло с картами. Итак, второй бой. Посмотрим. О-о-о! Это уже интересно будет. Так, ну в принципе карты нормальные. Я думаю, зайдет. Поздоровались. Удар угасания оставим, это хорошая карта. Что, в лицо придется бить ему? Да, придется бить в лицо. Махач. Эх ты. Давай, теперь еще раз ударь и по себе. У него переделали, что ли? Случайному взводу. Ну, взводу так взводу. А, берсерк наносит 1 очко урона случайной единице. Такое себе такое. Кровожадочка. Защитных карт нету. Вот в чем дело еще. Опа. Засал. Да ладно, давай. На паузочку поставлю. Нормалек законнектил его назад. Ну, давайте вот так вот сделаем. В лицо бить нет ему, этому засранцу. Ну ладно, ударим. Пусть будет. В принципе, с Кхарном то же самое, только он 2 раза в лицо бьет. Блин, все по мне прилетает. Это, конечно, не ок. Вот нормально. Вот так вот правильно. Вот это правильно, Кхарн. Дает плюс 2, плюс 2. Угу. Не, однозначно эту надо делать. Это хорошая карта, она мне нравится. Так вот. Подоминируем немножко.
говорил. Хорошо. Просто бьет в лицо мне, а? Себе давай, себе. Они меня все бьют. Они меня все бьют. Так, интересно. Блин, ко мне едут, походу, надо быстренько это отыгрывать. Чё? Нормально, мне нравится. Махач такой. Или не ко мне едут. Рукопашка, короче, сегодня у нас лицевой бой. Ну, давай, давай. Раз. Нормально. Ну, я не знаю, что происходит вообще. Это боты, что ли, или что? Ну, ладно, второй бой был. Замечательно. 3 минуты, блин, капец. Третий бой, я думаю, он будет последний. Даже если я всру, все равно его вставлю. Потому что не люблю я вырезать плохие моменты. Пусть они будут. И если такой видосик коротенький получится, то, наверное, я еще что-нибудь успею записать. И когда я что-нибудь это запишу, у меня есть планчики на сегодня, на вечер, то, может быть, и еще попробуем порубиться в эту игру, если места свободное хватит. Как-то так, короче. Опять, все за него играют. Так, ну у меня тут все есть, и 2, и 3, нормально. Хотя одну можно было бы поменять, ну ладно. Первый ходит, засранец. За Ангрона. Угу. Угу. Нормально. Халявная карта. За ноль. До конца следующего хода или всегда? Всегда. Нормально. А вот тут уже надо подумать. Блин, нифига мне карта. Просто таран. И снимает шок. Нормально. Что делаем? Ну, наверное, его вынести придется вот этой фигулькой. Или оставить. Ладно, оставлю. Рискнем здоровьем. Что, выпадет? Замечательно. Мне нравится. Нет, все-таки уберу. Все-таки уберу. Или зря убрал. Ладно. Пофиг. Пофиг, пофиг, пофиг. Угу. Неплохо. Это было неплохо. Они опять меня все бьют. Ой, жесть. Так, что можно сделать? Что можно сделать? Ну, давайте охватик. Троечка. Чтобы размазать урон, а то он дебил. Да, он вообще дебил. Блин, в лицо бить нет. Сыкотно? Блин. Ну ладно, потом дамаги, может, не хватит. До десяточки добью, а потом буду лицом торговать. Стоять. Ну, чувак, ты... А, ну ты карту захотел просто, наверное. В обраточку тебе, на. Нормалек, нормалек. Все по плану, блин, прыть. Или не по плану. Ну, только так. Бить ему в лицо, нет? Не, не буду. Подождем, подождем.
Ну, нормально. Шикарно. Сейчас карт захаваем. Или не будем. Чё даешь? Такое. Ладно. А, недостаточно энергии. О, губу раскатал. Губику-то я раскатал. Ну, хотя бы так. Все равно с кучей энергии заканчиваю. Ход это такое себе. Тоже ходить нечем, что ли? Ну, круто, а чё? И? Чё сделать? Вот так вот, наверное. Ну да, эту я не буду кидать. Пиу. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет, чувствую жопой. Ничего хорошего. Четыре три, наверное, да? Ну, наверное, так. Нормалек. Нормалек. Два очка урона всем врагам. Капец. Вот это люто было. Вот это было люто. Все, я всрал. Не, еще пока не всрал, но всрал. Это было жестко, да. Это было жестко. Ну и что предложите? Так, у меня есть какая-нибудь халявная карта? Нету. И вот ходить даже нечем. Я две карты не смогу выкинуть. Очень тяжелая колода на самом деле получилась. Что делать, не знаю. Но теперь надо защиту по-любому кидать. Защиту надо. И беспощадного я тоже не выкину никак. Но этого надо убивать по-любому. И больше ходить неким. Если остается 3 хп у всех, я кидаю беспощадного, кто первый сдохнет? О, ну пипец, понеслось, блин. Понеслось. Что делаешь? 2 очка урона всем, да? Ну, блин. Вот это блин называется, все. Что делать? Умрем по-геройски. Я ничего не сделаю, поэтому делаем вот так. А на этом все. Ну, такой себе. Не нравится мне. Как-то предвзято я отношусь к пожирателям миров. Жду не дождусь, когда непредавателей завезут к нам. Я, наверное, даже задоначу, чтобы сразу их открыть. Не знаю, посмотрим. Вот. А пожиратели миров, ну, такой. Я добью 2 сердечка, наверное, дома. Либо, как сказал, если хватит места, то еще поиграем сегодня вечером в эту фигульку. А так, всем спасибо, всем пока. Играйте в крутые игры и вот не рачите, как я в последней игре. Да. Пока-пока.